если я стану парень и использую свои суперсилы? Ну привет, парень, готов узнать мой секрет? Ну зачем ты, Лера, вернулась ко мне? Я хочу тебе показать, что очень классное. Ты, у тебя челюсть отпадет вообще и никогда не встанет. Я зайду в магазин и сегодня я куплю что-нибудь очень крутое, чтобы тебя потроллить, парень. Ты вообще не будешь этого ожидать. Тут у нас есть такой крюк. О, бокбластер, вау. Тазер? Что это значит? Телекинез, классная штука. Режим бога. Вау, ты будешь просто сиять такой. И это просто весь пак этой всей силы. Все эти силы смешанные. 1500 стоит. 1500 робуксов. Но вы просили меня поиграть в Барри и потроллить его. Поэтому сегодня я это покупаю. И буду Барри троллить, пока у него челюсть не отпадет на пол. Ну что, Барри, ты готов? Ты никогда не поверишь, что я сейчас собираюсь делать. Ты там киргиш стоишь, а я тут придумала офигенный план. Поэтому готовься. Итак, мы выпили первую бутылочку. Ну, она какой-то... Давайте посмотрим телекинез. Так это я умею. Я умею управлять людьми. Посмотрите на девочку, она что-то там крутится. Ой. Девочка, у тебя там все нормально. Барри. Я могу Барри переносить. Разве это не классно? Барри такой... Что это за зеленая штука такая? Мяу, если ты успеешь за 3 секунды поставить лайк и подписаться, то тебе подарят то, что ты хочешь. Считаю 3, 2, 1. Мур, люблю тебя. Это мой секрет, поэтому не надо там. У меня есть 2 бутылки теперь суперскорость, и я очень высоко прыгаю. Поэтому, Барри... Готовься, моя месть будет тебе сладка. За то, что ты меня всегда закрывал в тюрьме. Да я не знаю даже зачем. Поехали, давайте посмотрим. Я сегодня прохожу на хард режиме, чтобы еще усложнить задачу. На хард режиме очень сложно проходить. Поэтому я сегодня попытаюсь пройти со своими силами. Не-не-не-не-не, блин, я упала. О, я не подохла. Я не подохла, и это очень-очень классно. Ладно, но мне нужно все еще выпить своих чуть-чуть напиточков, чтобы я так же высоко прыгала и очень быстро бегала. Итак, давайте. Уэй. Все, я просто неуязвимая. Меня нельзя победить. Я попробую сегодня помочь своим друзьям пройти этот хард-мод, потому что это реально очень сложно. Воу! Вы видите, как это вообще проходить? Что это за нафиг такое череду? Ладно, сейчас я пройду, сейчас я допрыгну. Подождите. Ладно, давай. Лера, у тебя получится, давай допрыгни. Yes, все, я допрыгла. Как это пройти? Я сегодня попытаюсь помочь своим друзьям. И я сегодня играю вместе с подписчиками. А если ты хочешь играть со мной в следующем видео, заходи в мой телеграм-канал, ссылочка в описании. Итак, мы попали в эту комнату, где сейчас мы встретим первый раз Барри. Давайте все-таки посмотрим, что же... Упс! Я извиняюсь! Я чуть-чуть прибила своих друзей, но я им это не скажу. Я еще учусь использовать свои силы. Давай, я буду телекинезом управлять! Я всесильная! Девушку крутит вообще, как ее там еще не стошнило. Барри меня увидел, стой. Барри, управляйся моим телекинезом. О господи. Барри, это просто так ржачно. Вот так, он так смешно вот это крутится и катится. Барри, извиняю, но теперь я всесильная. Ты наконец-то... Да я ж неуязвимая, что мне тут... Она отпустила меня быстро. Ты куда меня перемещаешь? Я тебя отпускать не собираюсь, нет, спасибо. Я хочу тебя перемещать куда угодно, потому что теперь у меня есть сила, и я сильнее тебя, и ты просто завидуешь. Итак, все, теперь я супер быстрая и супер прыгучая. Ну попробуй теперь меня догнать. Да ты не догонишь меня никогда, готов? Уэй, мы можем так с тобой в догонялки поиграть, но ты меня не догонишь. Слушай, Барри. Странно, куда она делась? Она же только что здесь была. Ты слишком толстый, чтобы посмотреть даже наверх. О, господи, ты меня наконец-то увидел. О, вау. Режим бога. Вау. Посмотрите на мой скин, я стала какой-то прозрачной, я стала богом.
Я смогу высота прыжка и скорость, и я полностью неуязвимая, ничего меня не может убить. Мне очень нравится эта суперсила, мне кажется, это самая крутая суперсила из всех. Поэтому, если вы хотите выбрать какую-то одну суперсилу и не хотите тратить 1500 робуксов, потому что вы не можете выбрать какую силу, покупайте режим бога. Это пока самая крутая сила из всех. Оу. Барри, у тебя там все нормально? Я сдохну. Что ты наделала? И что это за красный лазер был такой? А это такой лазер, который тебя укокошивает с первого раза. Как тебе такое? Ладно. Ну, в принципе, вы увидели все. Барри, я извиняюсь. Попробуй меня догнать. Он такой, что за нафиг там происходит? Пока. Bye, Felicia. Все, я ухожу. Пока, уи. Я ушла от Барри, потому что он просто крысятина крыса. О, туалет. Когда будет, блин, туалет для девочек? О, телекинез. Давай, я по телекинезу. Так, давайте туалет открываем. Я умею телекинез с туалетом делать. О, тут надо прям копать. Мы будем вообще копальщиками. Давай, роем яму. Мы все вместе роем яму. Все, дорыли все. Мы уже под землей. Посмотрите, тут лава везде просто. О, господи. Ладно. Сейчас я ресетюсь и буду готова со своими новыми суперсилами проходить. Да. Пьем свой напиточек. Пьем напиточек хорошей гравитации, низкой очень сильно. Ой. Да на изи с этими суперсилами можно пройти на изи. Этот мост, конечно, очень сложный. Этот хард мод очень сложный. Я не знаю, как его вообще возможно пройти без суперсил. Ну ладно, давайте попробуем, что это такое. Тут еще и колья. Ого. Это вообще просто следующий левел. Если бы я тут проходила без суперсил, мне кажется, я бы сдохла в первую же секунду. Но, окей. Наша задача тут найти секретную комнату. Я наслышалась и насмотрелась в ютубе, что тут существует секретная комната. И я хочу ее найти. Это был мой гол. Это моя цель, найти эту секретную комнату. Где бы она ни была. Я посмотрела, что эта комната туда, куда без суперсил пройти нельзя и невозможно. Эта комната. Вот сейчас нам нужно пройти не туда, куда мы обычно проходим, а дойти вверх. Сейчас я режим бога включу, чтобы меня не прибил камень. Итак, нам нужно подняться наверх, и тут есть лестница. Я никогда не знала, что она реально есть. И тут есть какая-то тайная комната, специально для людей, у которых есть щиты. Потому что, это я, у меня были щиты, да, я прошла. И теперь я могу пройти, и тут есть диамант, бриллиант. Такой, и если ты берешь этот бриллиант, то тебе дают секретный бейдж. Секретный, очень секретный. Так, а теперь мне нужно куда-нибудь свалить. Но я просто в шоке, ребята. Я никогда не знала, что тут вообще такая секретка существует. Поэтому покупайте бог режим и проходите. Капканы, я извиняюсь, какие... Стой. Куда собрался? Вера, ты чего это мои капканы портишь? А ну иди сюда быстро. Я извиняюсь, я ничего не порчу, я просто в них слишком много попадаюсь. Я в них попадаюсь просто каждые, 2 секунды. Не знаю зачем, но просто. Потому что мне скучно. Рычаг, 3 рычага. О, господи, все, 3 раза надо его покрутить, я понял. Слушай, ты же знаешь, что ты меня как бы не убьешь, да? Нет, я такого не знаю. Да я тебя сейчас телекинезом просто перенесу куда-то. И будешь там... Ты так классно крутишь-то, просто вообще, тебя на танцы нужно записать, я тебе говорю. А я как бог летаю. Класс, все, пока. Да хватит летать, я уже тебя, блин, отпустила, летальщик. Ладно, я тебя сейчас куда-нибудь запру и будешь там сидеть. Давай, я тебя сейчас отпущу и убегу. Давай, сможешь ли ты меня догнать? Валим. Оу. Это было еще быстрее, чем я думала. Просто сожги его лазером. Все. У тебя все нормально? Я выгляжу так, как будто со мной что-то нормально?
Нет? Ну, окей, ладно, пока. Все, у нас нет на тебя времени. Да господи, эти капканы. А. Воу, что это такое? Да стой, стой, мужик. Не иди никуда. Остановись. Ты же знаешь, что ты меня не убьешь уже, да? Опять эти камушки, блин. Ой. Мне по башке упало. Больно, блин. Камни-то, блин. Не... Камни, блин, не пластиковые, а каменные. Ладно. Нажимаем на рычаг и поднимаемся наверх. И там наверху нас ждет что-то очень интересное. Я хочу посмотреть, что это будет. О, это же беговая дорожка. О, да. Обучение безопасности. Это скорее обучение чего там у нас? А, обучение безопасности. Это не безопасность, это какой-то спидран. Ой, блин. Я думала, я с четырем, но у меня нет вот этой вот силы. Ладно. А ну давайте, что мы еще не пора. О, джекпак, давайте. Я извиняюсь, это так и должно работать. Вверх, лети, ты же как бы джекпак, алло. Вверх. Короче, это странная штука. Я за нее заплатила, но она очень-очень странная. Она не летит, просто не летит. Ладно, пофиг. Теперь мы нормально пройдем и не будем больше ни надеяться ни на какие джетпаки, которые прошлогодней давности. Потому что может произойти вот такое. И я не пройду никак, потому что джетпак меня что не поднимет. Потому что он сломан. Кто его сломал до меня? А ну давай. Мы пройдем, мы верим в Леру. Ой-ой-ой-ой. Это очень плохо. Ну, хотя бы я не умру, если я упаду. Ладно. Теперь включаем крюк. Вещь, которую мы еще не попробовали. Воу. Мы притянулись. О, это можно играть как в Спайдермена, только крюком. Пс-пс-пс-пс-пс. Давай, Лера. Ты же Спайдермен у нас тут. Давай. Пс-пс-пс-пс. Adventures. Давай, Марвел, мы всех спасем. Все, я дошла до конца. Крюк полезная штука. Поставим лайк за крюк. Крюк нас поднял. Ну, конечно, бог режим это просто муа. Там есть все, что хочешь. Все, что может твое сердце пожелать, там есть. Скорость, прыгучесть, неуязвимость. Найди лестницу. Нафига, мне не нужна. Мне, пожалуйста, просто открыть решетку, я как бы подпрыгну. Все, пока. Ой, сейчас. Смотрите, еще разок, готовы? Сейчас я поиграю в феечку. Джетпак, ты... Он все еще не работает. Джетпак, ну почему ты такой тупейший? Я думала, ты там я там полечу на планету Марс, а ты, блин... Что с него взять? Короче, не работает. Итак, ладно. Снимаем этот джетпак, потому что я думала, что это просто какой-то лаг был. А если на самом деле он просто не работает, ну ладно. Все, и теперь мы идем по вентиляции. Что это за левел? О, да, это же левел классный. Так, давайте. Мы сейчас будем против... Да я просто богом стану. Если кто спросит, скажите, я не знаю. Они такие, типа, там девочка какая-то пробежала и проскипнула два левела. И такая, это не я. Я просто пробежала и проскипнула два левела. Хотя я не должна была этого делать, но ладно. Звук, как будто что-то бьет мне в ухо. Поворачиваем. И последний остался, и мы убегаем. Я хочу еще кому-нибудь помочь. Потому что я помню, что был какой-то следующий левел сложный. Но на изи моде его тоже было сложно пройти, поэтому я представляю, какой он будет на харде. Это, наверное, будет вообще где-то в другой вселенной. Хард-хард. Хард-хард-хард. Ну, я, конечно, бог классный. О, я прям чувствую всю силу в моих руках. Ладно? Итак, тебе нужно подняться наверх и пойти. Так, Лера, не блапошься. Давай, давай. Ладно. Все. Да, господи, как мне в эту маленькую вентиляцию попасть? Это же, блин, невозможно. Все, все, все. Я попал, все нормально. Это же тот самый уровень, который вообще невозможно никогда пройти. Я его на моде вот это просто пройду на изи. Да это, блин, легко. Вот когда покупаешь мод бога, тогда все меняется.
он как бы за меня прыгает. Все? Это было на изи, с первого раза. Изи. Теперь я хочу пойти и помочь кому-нибудь, потому что без мода, без читерства это очень сложно. Подождем первого счастливчика, которому я сегодня помогу. О, какая это девочка. Камила, берем тебя телекинезом. И сейчас мы тебя перенесем. Так, блин, она застряла. Камила, не застревай. Подожди, мы тебя сейчас перенесем, и все у тебя будет кул-кул. Давай. Мы тебя возьмем. Почти перенесли. Готово? Все, перенесли. Hello, где ты? Блин, я отпустила телекинез, и она не пришла. Она осталась там. О, она на меня злится. Слушай, будешь на меня так злиться, я новенькая. Я тебе хотела помочь. Я только что силы получила, блин. Ну все, я на тебя обиделась, ты такая злая. Ну что ты не идешь, что не идешь? Я тут на тебя не жду. Ладно, господи, помогу тебе. Только, пожалуйста, не злись на меня так, я учусь еще. Я же начинающий телекинезер. Телекинезер, ну да. Может работать. Ну, конечно, ты так крутишься, ржачно, это просто жесть. У меня просто мозг теряется. Сейчас мы доедем. Но в этот раз я не совершу эту ошибку. И можешь, пожалуйста, на меня не обижать. Все. Все, ты прошла. Пойдем, идем. Все. Браво. Интересно, на каком ты вообще языке разговариваешь? Ну ладно. Итак, теперь мы идем на следующий левел. Посмотрим, что там пишет. Gracias! Она нам сказала спасибо. Только это какой-то испанский. Ну ладно. Ну хотя бы кто-то сказал спасибо. Это же так вообще. Это так... Я еще хочу помогать каким-то людям. Это так классно. Тебе говорят спасибо. Ты как бог. Ты их спас. Да, вот такие мы. Давай, Лера, блин. В трубу помещайся. Не надо было этих чизбургеров есть, я так и знала. О, шеф-повар. Да я тебе на изи сейчас побежу, что-то выиграю. Да что ты там в попе почесал? Все, валим. Ладно, давай, да я тебе сейчас просто... Ну что, побегу вот тебе. Оу, оу. Я не думала, что ты будешь взрываться, но это было эпично. Лайк за спецэффекты. Еда Зука. Почему еда и почему Зука? Ладно, окей. Все берем. И в кого-то сейчас будем стрелять. Девочка, хочешь, мы в тебя стрельнем? Нет, не хочу. Ой, ну и ладно. Интересно, я хочу сейчас посмотреть, как мы будем играть против финального босса. Помните этого робота-человека... Собаку. Короче, робота-человека. Который выглядит очень странно. Ладно, да почему я так долго иду? Мне нужно мой спид-дринк. Дайте мне мой спид-дринк. Все, спасибо. Прыжок. Ну, это прыжок. А мне нужна скорость. Все, спасибо, вся скорость. Теперь я побегу, как ежик Sonic Exe. Давайте, побежали. Уи! Я хочу встретить финального босса. Уи! Я долетела. Нет, не долетела. Я не долетела, не долетела, не долетела. Все, я знаю, все, сейчас. Надо просто режим бога, прыжок добавим. Так, высота прыжка, все, прыгаем. Ой. Ай, я башкой опять о потолок ударилась. Все, прыгнула, все, хорошо. Я смогу вообще 1000 сделать. И я, мне кажется, подпрыгну и проломаю потолок своей башкой. У меня аж башка не металлическая. Вау! Как этот левел вообще возможно пройти? Все, кто играет без читерства, я не понимаю. Вам просто нужно Нобелевскую премию дать, если вы сможете. Это же просто нереально пройти эту, особенно на хард-моде. На хард-моде это вообще башку можно... Просто башку можно сломать, пока это будешь проходить. Я даже себе сломала голову, пока это проходила. Даже с неуязвимостью. Это же так, блин, сложно. Кто эти левелы придумает, пожалуйста, протестите, прежде чем придумывать. Потому что если это вообще можно пройти. Ладно, я еще хочу кому-нибудь помочь. Мальчик, давай я тебе сегодня помогу. Или ты хочешь, чтобы я... Если ты хочешь, чтобы я добавила это и дала свою помощь какому-то другому человеку. Ладно, все, мы тебя перекинули. Мальчик, не тупи. Мальчик!
О, Господи. Мальчик. Мальчик, ты сама убийца. Ты только что пошел на смерть? Ты же, Саш, серьезно? Он, короче, не понял, что я его, оказывается, перенесла. А, да, а спасибо, пожалуйста, все, я тебя сожгу, все. Мы на тебя обиделись. Я и подписчики на тебя обиделись, ты даже спасибо не сказала. Ладно, механический робот Барри, ну все, тебе хана. Сейчас я базухой своей побью. Да куда я ананасами на луну стреляю? В ананасы бью. Да хватит ржать там. Да я неуязвимая, хватит на меня топтаться уже. Ты свои ноги хоть когда-нибудь мыл, господи. Хватит по мне топтаться и крутиться. Вот это вот странное какое-то твое вращение. А, господи, слушай. В кого ты стреляешь? Ты стреляешь в воздух? Да я тебе просто лазером. Ой. Меня откинуло на 50 метров в сторону. Или на 500. Кого еще лазером сжечь? Подходите, покупайте. У меня бесплатные лазеры есть, я бесплатно жгу. Ну, я сожгла, конечно, Барри. Это было легко. Он пытался побороться, но против лазера никто не устоит. Поэтому ладно. Садимся на наш точилу и выезжаем отсюда с лазером. И будем прожигать всех на нашем пути. Как вам такое? Я сегодня супергерой. И я сегодня обладаю своей силой. И я сегодня спасаю город и разрушаю его одновременно. Все, я теперь стала богом и улетаю на небо. Мне дали бейджик. Это было классно. А ну-ка, у меня есть идея. У меня же был открыт Барри. А если я стану Барри и использую свои суперсилы? Башка-то у Леры работает. Все, ребята, готовы, поехали. А ну, меня же вообще будет невозможно победить, особенно на харде. Я присел. Джетпак все еще не работает. Я могу прям вот тут убивать мальчика. Вы даже не успели встать, но я вас уже убила. Вы только что... Они только что заспавнились в игре, и им уже смерть-смертушка. Я просто непобедимый, Барри. Через меня никто не пройдет. Я непобедимый. И все, вам всем хана. Я просто вас всех буду травить прямо на начале. У меня же идет лазер из рук. Разве это не прикольно? Блин, мне их жалко. Они пытаются пройти, а я тут их жарю чуть-чуть. И жмите на колокольчик, чтобы быть первыми, кто узнает, когда выходит мое новое крызанутое смешное видео. Если ты хочешь попасть в следующий ролик и играть со мной в Roblox, заходи в мой телеграм-канал, ссылочка в описании. Увидимся!